Всем привет, и в сегодняшнем видео я хочу поделиться с вами, как превратиться в принцессу или в жутко устрашающую принцессу на Хэллоуин. Ну а если вы не празднуете этот праздник, то может быть для какой-то тематической вечеринки. Ну и свой, так скажем, грим я начинаю с бровей. Для начала я укладываю волосинки гелем и как бы им заполняю брови. А затем влажной ватной палочкой я убираю излишки. Теперь я обращаюсь к теням для бровей, использую для этого два оттенка, который посветлее для основания, а который потемнее, вырисовываю им арку и кончик. Брови получаются очень широкими, ярко выраженными, чего мы и добиваемся. Ну а чтобы брови имели четкий контур, я для этого использую консилер. Ну а теперь я приступаю к лицу, я наношу базу под тональную основу, ну а затем, собственно, и сам тональный крем. Тональный крем я специально выбрала на тон или два светлее, чем моя кожа, чтобы лицо выглядело именно, опять-таки, светлее и бледнее. Фиксирую слегка пудрой. Ну а теперь приступаю к макияжу глаз. Для начала наношу базу под тени. Использую белый карандаш на подвижном веке как подложку для последующих светлых теней. Теперь на подвижное веко наношу светлый оттенок. В складке глаза использую коричневый оттенок бак. Область под брови высветляю светлыми сатиновыми тенями. При помощи бледно-оранжевого оттенка я растушевываю переход от коричневых теней к сатиновым. Ну а для большей глубины в складке глаза я беру темно-коричневые тени.
Ну а теперь настал черед широких и вытянутых стрелочек. После этого я рисую белым карандашом на водной линии и во внутреннем уголке глаза. На нижнее веко я наношу светло- и темно-коричневый оттенок, те же оттенки, которые мы наносили в складку глаза. Макияж глаз практически окончен, и теперь я крашу ресницы. Я наношу всего лишь один слой туши, так как этого достаточно, потому что затем мы будем накладывать накладные фальшивые ресницы, которые очень пушистые, и глаза у нас будут как кукольные. На нижние веки я также наношу по два пучка накладных ресниц. Пока ресницы окончательно высыхают, я высветляю область под глазами и вокруг носа консилером и тем самым убираю кое-какие еще осыпания от коричневых теней. Ну а затем я приступаю уже к такому веселому шагу в этом макияже и начинаю рисовать веснушки. Карандаш это у меня совсем простой, был какой-то старый для бровей в оттенке блонд. Наносим яркие румяна на щечки и вытягиваем их немножко в направлении скул. Ну а теперь губы. Для доброй принцессы я буду использовать красную помаду, для зловещей и жуткой – темную. И первый образ доброй принцессы у нас уже готов. На голове я заплела две косички и заколола их на макушке, а также надела корону, которую я взяла у своей доченьки. Ну а для образа жуткой принцессы я накрасила губы просто темной помадой и вставила линзы. Также переоделась и, пожалуйста. И на этом у меня все. Я надеюсь, вам понравилось это видео и эти образы, и, может быть, даже вы захотите когда-нибудь их повторить. И всем большое спасибо за внимание. Всем пока!